Решето. Проходишь по решету жизни, и кажется тебе, что дорожки прямы и крепки, а перекрестки легко предсказуемы, и жизнь вся в целом обозрима в этом твоем кругозоре. Пока не появится тот, кто захочет просеять твое окружение и засыплет в решето ржаной или пшеничной муки и начнет потряхивать так, что ты с ужасом обнаружишь, что решето полно дыр событий, сквозь которые что-то бесконечно сыплется. Эти столбы, приходящие сверху и в мгновение ока уносящиеся вниз, это тряска, причины которой тебе неведомы. И ты понимаешь, что при всем твоем умственном усилии ее законы для тебя лежат в области непознаваемого и непостижимого по природе своей. И в любой момент ты можешь быть захвачен этой движущейся стихией и увлечен в пропасть события. Тогда ты видишь, что жизнь – это не линии и перекрестки, а это бездны, ограниченные этими линиями, бездны, открываемые событиями. Нужно перефокусировать взгляд и увидеть пространство, которое между. Высоту и глубину, которую тебе открывает событийное решето жизни. Тогда, может быть, увидишь и того, кто, улыбаясь, потряхивает это сито, просеивая муку, намереваясь испечь рождественские имбирные печенья. Решето.